Всем привет, горим! Все, отжарился. О, теперь по лаве можем бегать спокойно, что ли? О, ну неплохо, неплохо. Добро пожаловать. Это первый взгляд на игру Citadel Forget with Pyle. Собираем здесь всякого разного прекрасного. Вот тут у нас второй уровень, как круто. Можно как-нибудь здесь собирать получше. Так, третий уже левел. И задание сразу, да? Так, рунный кристалл мне дает 100 опыта. Добро пожаловать. Принять. Так, настройки можно как-нибудь разрешение чего? Размытие при движении. Я вообще нахрен отключу. Я это терпеть не могу. Так, звук, игра. Здесь камера, нет. Здесь то есть, получается никак не увеличить. О, кристальчик побольше. Тихо ты. У каждого игра есть инвентарь, открывается, можно так. Понятно, инвентарь буквой Ай, да? Какая гениальная вещь. Теперь инвентарь переставляем, мне это неудобно. На тап у нас что-то есть? Третий, понятно. А на В тогда что? Логика. Так. Поднять предмет, открыть инвентарь. Тап. Где у нас камера-то? Бег, прыжок, присесть. Так, камера. Ну ладно, к примеру, принять. Что мы тогда получим? Не могу понять, где это скрипит-то так. В игре что? Так вот, никого нету. Игра, в принципе, онлайновая. Природа достаточно много. Так, это у нас что? Камень, значит. Так, хорошо. Камни мне нужны. Ну, вода неплохо сделана. Буду откровенен. Веточка, камушек. Кирочку надо сделать будет, самую первую. А тут ничего не видно. Лунные кристальчики. Еще въехать на кой черт они нужны. На ком я сервере играю? Слушай, на первом попавшемся. Был 5 человек. Ха-ха, не помню. Не посмотреть, да? Да, не посмотреть. Пишите, если кто знает, как посмотреть сервер, покажу. Я что-то как-то подтупливаю. Так, что у нас здесь еще есть? Ладно, давай-ка мы сначала посмотрим у нас по меню крафтов.
Так, железный слиток я могу в руках делать с рудой. Принаси. А хотя дядя из воды вылез. Индиксит, мрамор, рунный, Я даже не знаю, сервер ПВП или ПВЕ. Ну ладно. Ага, вон из чего, да? То есть мы можем сделать каменный топор. А, это изучить... А, так тут, погоди, тут изучение системы как у арки, что ли? Изучили, Хрена здесь. Ага, это значит, мы что делаем, получается? Тоже открываем. Прикольно, слушай, то есть здесь еще и японская блоха, да ни хрена себе здесь. А здесь у нас тайо полыпало. Да уж. Тройка здесь, конечно, мягко сказать. Так, это деревянное у нас все. Она. Ну, если на PvP сервере убьют, так убьют, пофиг там. Если вам понравится, друзья, не забывайте комментировать, ставить лайки, подписываться на канал. Можно поиграть, в принципе. Напомню, напишите, как посмотреть, что за сервер. Так, можно экипировать оружие. А, можно как-нибудь создать, блин, оружие. Так, инвентарь 20, 5,2 уже занято. Так, я могу что прокачать себе, да? А, вот, переносимый вес. 200, неплохо. Давай до 500 прокачаем в любом случае. Урон, мана... Восстанавливается, конечно, мягко сказать, она медленно. Ну, здоровье, чтобы смотаться можно было пока. Так, броня 0. Различные перки здесь. Слушай, такая забавненькая игрушечка. Так, и мне нужны, скорее всего, каменный топор. Создаем. А где он тут делается-то? В каком меню, простите? Или надо? Или я уже сделал его? Нет, ресурсы не уменьшаются. А, Вова, пошло его создание. Блин, а вот создается, кстати, он медленно. То есть прокачка здесь. Ну, первые уровни, как правило, прокачиваются везде, друзья мои, очень хорошо. Так, каменный топор. Это хороший, типа, или просто такой цвет у него? Давай на первую ячейку. А, то есть здесь даже как-то все по-другому. То есть инструмент это отдельно. Ладно, посох леса. Древесина, рунный кристалл. Но это я-то могу. А тут что, кроме топора ничего нету? Молоток, кирка тут. Я. Жезл Соломона. Ага, дерево рубится, все хорошо.
Повалить-то его можно? У них хп, ничего не пишется. А, стоп, стоп. Это хп. Так, а если я буду расчищать площадку для строительства, можно вопрос? А, все рубится, все хорошо. Так, насчет спауна здесь только бы выяснить. Вот это вот интересно стало. Ничего не получаю. Не, тут догадываюсь, нужна, слушай, кирка. Значит, мне надо в пещере было пособирать побольше вот этих вот кристалликов-алмазиков. Открыть быстрое перемещение. Быстрое перемещение. Ох, ни хрена здесь карта. Вот, блин. Так, засадимство прям. Давай-ка еще немножко дерева нарубим. Слушай, странно, что на стартовой локации можно рубить. Но хотя да, скорее всего, это безопасная зона. Типа здесь щит такой, да? Чтобы не убили. Давай. Что, я опять залез на какой-то PvP сервер? Вот весело. По пингу выбрал. Третий или пятый. Могу? Нет. Так, уровень я себе не поднял. Блин, хреново. Дай-ка подумать. Мне все равно надо как-то прокачать будет кирку по-любому. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Топор. Бастион. А тут вообще кирка-то есть? Перчатки, чтобы бить, или жезл, чтобы бить. 14-29, 20-41. Давай-ка мы построим посох леса. Мы его сделали вообще? Все здесь крафтят, это прикинь. Так, ладно. Посох леса. Создаем. Пока делается. Я надеюсь, здесь есть возможность с ней будет крафт как-то поднять. А, ну нормально. Прыгнули хорошо. Так, пошли-ка пособираем еще кристальчики. Чуть как-то бегает наш, мягко сказать, хреновый персонажик. Может, оружие надо спрятать как-то. Ну ладно, с топором будем уж. Ага, пятый уровень. То есть эти кристаллы повышают нам уровень очень хорошо. Вот что, их так много было в начальной локации. Пошли собирать. Ты не сюда попёрся, да? Блин, тут факел можно как-то сделать или нет? Все же. До какого уровня здесь можно докачаться на начале? Вон еще есть кристальчики, вижу. До 6 хоть до 7 дотянем? Что-то уж дотянули. Давай, игра, 7 мне уровень. Угу. Ну, блин, чуть-чуть не хватило, да? Доберись ты, зараза. Ой, еще один вижу. Не, все пособирали. Здесь уже нечего собирать.
Так, уровень я поднял. Давай посмотрим, что тут можно вообще спиндюрить. Так, эссенция заклинателя. Колдовская буря. Ускорение, колдовской шаг. Ну, колдовская буря у нас 27.53 получилось, да? Так, требуется третий уровень. Колдовской взрыв. Показывает нам, короче, 27.53 создаем. Да, короче, одинаково. А тут у нас колдовской шаг. Слушай, эта игра довольно-таки забавная, я тебе скажу, необычно сделана. Так, хорошо. Железная руда. Я еще топором буду собирать, да издевательство какое-то. А, так это я топором бью и колдую. Чего-то пало. Я понял. Правда, не все до конца. Это что, я буду с фейерверками бить дерево? Да, мне это поможет. У героя нет укращенных существ. Какая, блин, прелесть-то, слушай. Как мне это убрать вообще? Вот так вот. Бить с фейерверком я как-то не намерен. Ну, мы прокачали. Тут что, качать-то нам? Ну, давай до 220 ману. Блин. Вес вкачаю. Ну, как в любых других играх про крафт, в первую очередь надо вкачивать вес. Блин, ни факела здесь, ничего. Что ж, друзья, на этом, пожалуй, первый взгляд закончу. Довольно-таки интересное построение игры, я скажу. Вода неплохо сделана. И в открытый мир выходим, да? Забавненько, забавненько. Так, тут у нас магические кристаллы. Здесь у нас... О, нам открывается щит. Так, о, прекрасно. Магический кристалл мы собираем вот таким макаром. Здесь рубим дерево обычным макаром. Что, я уровень-то смогу поднять себе? Да, давай уровень поднимем еще, посмотрим, что там еще дадут. Мне, по идее, не знаю, тут кирка-то нужна, тут железо. Как его будет добывать? Руками, что ли, собирать? Или магией? Кстати, возможно, вполне магией. Да, господи, давай ты уровень забирай. И я не вижу, кстати, у себя заполнения по весу. Но здесь-то его вижу. Где-нибудь в инвентаре бы быстрым доступом его увидеть. Было бы вообще-то намного круче. А, вот это мы собираем у нас. Волокно также. Ух, ёлы-палы. Здесь у нас... орхидея. Хо-хо. Так, кристальчики, орхидеи, волокна. Ну, крафт здесь, да, обещает быть диким. Так, древесина. Тоже древесина. Так, а вот это у нас камни, да? И, блин, как мне их добывать?
камнями, да, тут, кажется, придется мне повозиться все ж таки. 52 очка навыков. Я не знаю. Магический взрыв. Давай я сделаю. Ну и это зачем мне вообще все? Топор, жезл, перчатки, блин. Давай жезл поставлю. Ну кирка-то здесь должна быть хоть как-то. Похоже, пока тут кирки нету. Странно очень. И мы можем несколько видов оружия отложить, да? Ага, то есть... Вот, у нас меняется это все. О, лошадка, иди сюда. Лошадка, ты куда? Так, грибы пособираем. Лошадка, у меня грибочки есть. Лошадка, иди сюда. А там что такое? Кабанчик, здравствуй. Взять добычу. Прочитал сырое мясо краба, думаю, все, приехали. Ой, смотри, какой красивый цветочек, или это кристальчик. И мне, блин, где пику сделать? В общем, вопрос. Так, еще кабана вижу. Ну, кирогазит он не сильно. Интересно, это обычная РПГ составляющая стартовая или нет? Почему я не могу добыть это? Я добываю руны и кристаллы топором. Кстати, это значит и камень... Погоди, правым щелчком мыши. Пошли-ка, может, камень добудем? Ну, том, с чего надо строить? С камней, по идее, или... Тут все с магией идет вообще. Я что-то сомневаюсь, как камни-то я собирал. Да. Соль. То есть правым щелчком мыши мы, друзья, кирогазим это все. Так, здесь у нас что? Камень, отлично. То есть правым щелчком мыши мы кирогазим. Этим бьем. О, блин. Хрен бы я так догадался. Мы еще сажать можем, да, или что? Привет. А, это я могу опять пособирать рунные кристаллы. Кстати говоря, они неплохо опыта-то дают. Давай еще один опыт прокачаем. Топоризы, может, по... чего мы сделаем-то его? Топоризы получше сможем сделать? Нет, тут тоже десятый нужен, ёлы-палы. Так. А с чего его делать-то? Хоть можно посмотреть, а то мне может ресов не быть, а то образуюсь для усрачки. А, могу сделать топор. Толк от этого топора, я его не могу сделать. Веточка, еще веточка. Камушки. Это у нас соль. Оп,
топор ломается. Кулаками подобывать не умеешь, я понял. Слушай, а может перчатками можно подобывать? Давай попробуем. У меня есть посох. Ну, посохом, правда, ни хрена не добудешь. Попробовать стоило. Так. Каменный топор. Ну что, я вот ремонтировать не могу? Издеваетесь, что ли? Да ладно вам, как так-то? Ну что, блин? Даже, слушай, не знаю, что и сказать. Так, качаем вес опять же. Урон. Ману. Пока хватит. И надо, блин, разобраться, во-первых. Что тут делать? Соль, камни есть, дерево есть. Блин, чувак, почему? Почему я не могу его починить, слушай? А, тут ее выпало. Перчатки выбросил. Я совсем сдурел. Так, давай на 2. Да, блин, неинтересно даже как-то. Это на 1 у нас пойдет. То есть добываем только топором. Лады. А вот прочность топора я, честно говоря, даже увидеть не могу тут нормально. Ладненько, друзья. Это первый взгляд на игру Цитадель Forget This Fire. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. Подписывайтесь на канал. Еще дофига вот интересных игр. Реально еще дофига. На которые толком все походу забыли. Разработчики продолжают их разработку. Так, камень я смогу отсюда добыть. Отлично, камень добываю, чудно. Так, ну мне надо пойти сейчас к щиту, спрятать там свою куколку и немного покуковать, да? И... То есть это я смотрел такую территорию. Вот она какая, да? Ну, в принципе... Даже не знаю, большая территория тут или нет. Есть пещеры, вражеский лагерь есть. Слушай, а тут до хрена есть где побродить. Любопытно. Всем удачи. Так, всем пока. О-о-о-о. Ручки, ручки, ручки. Что-нибудь еще есть собрать? А тут надо, наверное, сначала базу себе построить, хоть какую-то кибитку, но вблизи этого города вряд ли что-то сделаю. Пока надо сныкаться. Так, здесь камень можно подобывать. Да, добыча здесь, конечно, оставляет желать лучшего. Но такая любопытненькая игруля.